зовут Игорь Уманский, я директор выездной ветеринарной службы «Спасатель-24». Мы работаем больше 5 лет в Санкт-Петербурге, лечим животных на дому. Кристину Счастную я увидел на одном из тренингов, когда она рассказывала об отделе продаж. Она была одним из спикеров. Тренинг был с несколькими спикерами. Мне очень понравилась ее манера общения, очень понравился опыт, который она транслировала. И, соответственно, я и заинтересовался. Потом я упустил ее из виду. Где-то, наверное, почти на год. Но помнил о том, что есть такой живой человек, который делает интересные, уникальные вещи и результативные. После этого у меня возникла необходимость в расширении компании. И я искал себе продажников, и мне нужно было обратиться к человеку, который умеет их грамотно нанимать, фильтровать и находить. Соответственно, мой выбор пал на Кристину Счастную, на ее компанию, и, соответственно, я взял у нее коучинг. И она мне все популярно, подробно объяснила, рассказала. Также мне потребовались другие специалисты, в частности, сейчас HR-директор. И я пошел на тренинг уже самой Кристины по найму персонала. Он был в основном по найму специалистов отдела продаж, но касался и других лиц, которые тоже принимают решения. Мне очень понравилось. Я увидел те ошибки, которые я совершал, и, соответственно, почему я их совершал в найме. Обращайтесь к Кристине Счастной. Я думаю, что у вас будут результаты, о которых вы мечтаете, но не знаете, как добиться этих результатов. Всегда можно спросить, вам всегда подскажут, помогут, направят на путь. У Кристины большой опыт по найму персонала, особенно в отделах продаж. Я думаю, что вам имеет смысл пообщаться с этим человеком и определиться, как двигаться дальше. Возможно, многие вопросы решатся гораздо быстрее, чем вы думаете.